Друзья, привет, hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист «Учимся читать до автоматизма», урок 4. Мы с вами двигаемся далее по нашему плейлисту. Как вы уже поняли, увидели, уроки действительно очень интенсивные и содержательные. То есть я делаю достаточно длительными не потому, что мне делать нечего, наоборот, у меня очень интенсивный и загруженный график. Но я просто хочу сделать действительно курс для людей, а не ради просто каких-то красивых заголовков, друзья мои. Поэтому действительно, друзья мои, материал накладывается. И сейчас в уроке четвертом у нас запланировано, значит, краткое повторение и обобщающая контрольная работа по всем урокам, которые были до этого. Материал накладывается. Также, значит, мы с вами разбирали, как вы помните, открытый слог, закрытый слог, читали слова, читали транскрипцию. И вот на самом деле вы, наверное, уже заметили, что когда вы читаете транскрипцию, это не только улучшает ваше произношение, но это также помогает вам еще лучше читать слова, что тоже очень важно. Поэтому не пропускайте, друзья мои, это все делается специально продуманно для вас. Итак, значит, помним правило, что у нас, соответственно, может слово заканчиваться на гласную, открытый слог, как здесь, или на согласную. Видите, разные случаи есть. Соответственно, буква A. Видите, то в открытом слоге, когда она гласная, читается так же, как в алфавите. На конце I, ее по-другому называют немая I, она не читается. Видите, здесь take. A, take. O, home. E, peat. U, use. I, like. Bite. И также закрытый слог, видите. Читается, соответственно, a, bad. Далее, соответственно, o, not. Bed. A. But. И. Sit. Jim. А что еще следует сказать? Сейчас я дам некоторые комментарии, достаточно важные. Значит, часто вообще делают большие ошибки в произношении. Вот, например, смотрите, сейчас мы вот эти пары разберем, но в начале. Например, что было до этого? Помните, bad и bed. Это совершенно разные значения. Bad – это плохой звук. A, A. Видите, соответственно, A. Bad, bad. И здесь, соответственно, bad – это обычное A. Bad. Или по аналогии, тоже очень часто спрашивают, чем вот это отличается от этого. И практически никто не может объяснить. Ну вот объяснение, соответственно. Это звук A, как вот этот звук A. Значит, это челюсть энергично опускается вниз. Соответственно, рот широко раскрывается, man, man, это просто как э, краткое э, man, man, man. То есть тоже, видите, это ответы на многие вопросы, которые были до этого. И также в качестве небольшой тренировки вы, наверное, заметили, что есть такие разные пары. Вот, например, смотрите, давайте прочтем, потренируемся. Значит, соответственно, видите, здесь заканчивается на согласную, это звук э, как здесь, bad, а это просто, соответственно, как в алфавите читается, же заканчивается на гласное, bade. Так, bad, bade. Hat, hate. Plan, plain. Rat, rate. Tap, tape. Так, отлично. Ну, что касается нашего плейлиста, значит, я вам уже неоднократно отвечал на ваши вопросы, но просто вопросы возникают специально. Друзья мои, я не пишу перевод, потому что многие слова не столь распространены, и те слова, которые действительно нужны, они будут встречаться снова и снова, они заполнятся. Сейчас, чтобы ничего не отвлекало, мы с вами полностью концентрируемся на чтении. Итак, далее, следующие пары. Значит, звук «и», «бит». Это как в ответе I. Bit, bite. Read, ride. Sit, sight. Spin, spine. Win, wine.
Далее. Звук О. Краткое О. Коп. Я сказал по алфавите. О. Коп. Коп. Хоп. Хоп. Очень часто почему-то студенты произносят вот это неправильно. Произносят это слово как хоп. Хоп. Но это не хоп. Хоп это вот это. Хоп. Хотя хоп. Хоп. Над. Ноуд. Поп. Поп. Ас. Звук А, как бат. Здесь use. На гласные, как алфавит you, use. Мы с вами говорили, что в общем случае согласные между двумя гласными, как z читается, use. Друзья мои, это ничего нового. Мы все с вами это разбирали, мы просто вкратце повторили. Друзья мои, сейчас мы уже переходим к контрольной работе. Значит, что нужно будет делать? Значит, у нас с вами будет несколько диктантов, и потом итоговый контрольный диктант в рамках данного урока. Значит, как вы уже заметили, очень легко читать, когда у вас, например, соответственно, все слова только на это правило, на A, или только все слова на O. Это легко. Теперь усложним задачу. Значит, у нас с вами будут диктанты, и, соответственно, в первом диктанте у нас будут слова вперемешку. Соответственно, у вас будет буква A, но вперемешку, то есть где-то будет слово, конечно, на гласную, тогда получается как A, как в алфавите, где-то на согласную, как здесь, так как A. Вот это уже, видите, посложнее материал пошел. Здесь вам нужно будет разобраться, и здесь нужно думать. Еще хочу вас предостеречь, что многие будут пытаться читать на автомате, это возможно, но желательно еще, когда вы читаете, анализировать, то есть понимать, почему именно читаете именно так, чтобы действительно довести это все до автоматизма. Мы с вами потренируемся так вот попарно с различными буквами, сами это делаем, потом будет обобщающий контрольный диктант, соответственно, когда все вместе, это еще сложнее. Также были вопросы, почему мы не отработали некоторые буквы. Друзья мои, мы с вами все отработали. Есть действительно, вот что касается случая вот здесь, и как pit, здесь просто очень мало слов. Буквально их по пальцам пересчитать слова. Ну давайте, значит, в качестве тренировки еще добавим, соответственно, на этот случай и. Соответственно, вот эти слова. Давайте вы их прочтете. Соответственно, видите, здесь на гласную, значит, как в алфавите. Ив, Пит, Стив. Просто таких слов, соответственно, мало. То есть не потому, что на самом деле максимально здесь объемная практика. Для вас действительно кажется вот урок, час. Просто пока собирать силу, кажется, урок час или 50 минут, на самом деле, все вот эти примеры собрать, все это сделать, презентация, это очень кропотливая работа, друзья мои. Но для вас не жалко, потому что действительно хочется, чтобы этот курс стал классикой по чтению. Итак, друзья мои, и, соответственно, то же самое здесь, видите, джим, джим. Здесь просто мало примеров, поэтому слово привели вот это, джим, джим. То есть, когда, видите, у вас как в алфавите, но здесь единственный момент, когда Y считается как I. Это нужно запомнить. И здесь также считается как, соответственно, здесь И, звук И. Sit, Jim. Итак, друзья мои, диктант достаточно сложный. Сложнее, чем был до этого. Но я уверен, что все эти люди, которые прорабатывали, про несколько раз отрабатывали какие-то непонятные места, работали с транскрипцией, вопросов будет меньше, чем могло бы быть. Или вообще их не будет. Итак, читаем. По строчкам читаем. Stand. И анализируем. Ну, пока первые два слова вместе прочтем. Stand. Видите, на согласную кончается, поэтому a. Stand. Далее. Shake. Верно. На гласную, поэтому a. Shake. И так далее. Давайте. Далее. Rate. Save. Plate. Slap. Steak.
Cab. Lab. Cap. Ash. Table. Same. Place. Sand. Trap. Grade. Lane. Pat. Grab. Plan. Face. Take. Sat. Fact. Rat. Trade. Taste. Waste. Fame. Sake. Snap. Can. Dad. Ren. Stable. Hat. Gap. Act. Grace. Pan. Fat. Land. Tap. Slam. Lace. Gaze. Late. Bat. Gas. Fan. Wave. Sad. Van. Swam. Shame. Slave. Cat. Flag. Hand. Lap. Flash. Map. Bag. Cake. Bake. Fade. Man. Lake. Glad. Blade. State. Frame. Lame. Hate. Ham. Able. Date. Make. Break. Gate. Pace. And. Tape. Fake. Bad.
Game. Drag. Take. Ban. Pad. Name. Pale. Tag. Safe. Далее. Значит, у нас с вами идут, соответственно, тренировка идет различных гласных и букв. Читаем. Side. Bible. Kite. Lift. Sight. Title. It's. Tide. Bite. Pin. Fist. Nice. Wipe. File. Pit. Lid. Mile. High. Bike. Ship. Hint. Lip. Shift. Milk. Dime. It. Print. Slip. Shine. Strip. Bit. Pig. Rib. Smile. Trip. Ice. Drive. Trim. Flip. Twice. In. Win. Kit. Wide. Tip. Dig. Hip. Wife. Drift. Lime. Fish. Price. Pipe. Sit. Skin. Skip. Pike. If. Prime. Dip. Sin. Swim. Spit. Fine. Grin. Height. Size. Pine. Risk. Big. Pile. Hike. Wind. Spin. Kid. List. Slide. Disc. Nine. Film. Slim. Read. Fit. Dine. Clip. Him. Rip. Wine. Bid. Hit.
Далее тренируем букву O, соответственно, или O, или O. Итак, cope, pop, cost, shop, hope, rope, plot, broke, globe, cop, stone, pole, nod, golf, road, noble, hop, dog, mole, pot, tone, spot, poke, lost, opt, zone, roll, stop, log, drove, hot, dot, note, go, on, lot, crop, no, slot, code, smoke, not, top, hole, from, drop. Далее тренируем букву U, соответственно ли A, краткое A, как слово but, но, как здесь but, но, или, соответственно, может быть, соответственно, или U, или A, на основном A. Так, давайте читаем. Brush, gut, fun, bug, up, shut, cut, tune, sun, run, must, club, cute, bus, fund, hug, rub, use, pump, drug, cup, trust, tube, dug, lump, us, nut, dust, sum, plus, but. Вот это, кстати, очень частая ошибка в произношении. Почему-то очень многие произносят слово как плюс. Но это не плюс, это plus. Итак, далее. Значит, буква И. То есть она обычно как Э. Если на согласную, и редко бывает, соответственно, когда на гласную заканчивается, например, как в слове Ив. Итак, давайте потренируем. Так, читаем. Left, tend, help, peat, rest, red, get, net, pen. Обращаю ваше внимание, что вот в этих случаях долгий звук и. Обращайте внимание на долготу также. Далее, продолжаем. Self, desk, test, pet, bag, ten, best,
Бенд. Стив. Степ. Лет. Ив. Энд. Сет. Мелт. Стэм. Тент. Бед. Бет. Ленд. Далее, когда, соответственно, why, соответственно, если она заканчивается на гласную, как здесь, это I. Если она согласная, то I. Итак, читаем. Sly. Jim. Shy. My. Try. Sky. Fly. Dry. Cry. Итак, друзья мои, отлично. И теперь уже время приступило перейти к обобщающей контрольной работе по всем этим темам и, соответственно, микротемам, то есть мини-темам. Значит, здесь самое основное – следить. Слово заканчивается на гласное или несогласное. И, соответственно, выбирать, значит, правильные звуки. Так, еще раз. Эй. Или эй, или э. О. О или о. И. И или э. Ю. Ю или а. Ай или вай. Ай или и. Итак, друзья мои, теперь самое сложное. То есть, действительно, вы все проработали, у вас должно быть наименьшее количество вопросов и проблем. Когда, соответственно, все вместе, то есть и открытый слог, и закрытый слог, и вперемешку, соответственно, вот эти гласные. Давайте с вами приступим к итоговой контрольной работе. И, конечно, обязательно напишите о ваших результатах и впечатлениях. Итак, начинаем. Shame. Slap. Gaze. Bed. Spot. Rip. Print. Bug. Him. Size. Hip. Fake. Skin. Fun. Plus. Plot. On. Tape. Slide. Ten. Pike. Bat. Lace. Dust. Run. Plate. It's. Bus. Slot. Cute. Red. Nut. If. Fish. Bid. Shake. Fit. Tube. No. Dime. Test. Eve. Shy. Step. Trip. Smoke. Flash. Pit.
help, fact, frame, stake, best, opt, late, wave, swam, try, lime, spit, rat, tap, from, set, tent, nod, list, pad, bend, zone, safe, sand, dog, pen, bad, lame, high, lake, pole, lot, shine, self, fund, brush, gas, slip, gap, top, slave, rope, clip, wine, gut, drift, must, cry, sin, waste, lab, trust, able, save, man, beg, glad, nice, hate, broke, rib, tune, film, swim, flip, wide, sight, slam, stop, cope, dry, dig, lid, tide, golf, stable, us, tend, land, pin, state, wife, fine, use, date, get,
Fame. Bag. Noble. Go. Hat. Side. Pan. Stand. Cat. Price. Table. Dot. Drive. Prime. Ship. But. Cost. Rest. Note. Poke. Take. Map. Cup. Stone. Slim. Kit. Fly. Ham. Code. Gate. Not. Skip. File. Tag. Shut. Read. Hide. Drug. Ran. Peat. Log. Steve. Bake. Jim. Hope. Trap. Roll. Make. Pot. Game. Same. Mole. Cop. Big. Win. Grade. Kid. Fan. Sun. Pile. Spin. Sat. And. Crop. Dad. Take. Up. Fat. Drop. Act. Let. Rub. Smile. Sake. In. Lump. Ash. Tip. Hug. Melt. Lend. End. Lip. Net. Rate. Sad. Drag. Bite. Grin.
Shop. Nine. Pat. Fist. Break. Snap. Title. Van. Wind. Ice. Bit. Dine. Wipe. Blade. Hope. Pump. Taste. Can. Hand. Cap. Lane. Kite. It. Road. Ban. Left. Pine. Desk. Grace. Hot. Bible. Club. Hike. Sly. Trade. Strip. Some. Name. Tone. Place. Pet. Disc. Mile. Risk. Flag. Hail. Grab. Cake. Face. Sit. Butt. Lost. Globe. Pipe. Hole. Hint. Sky. Cut. Pop. My. Lap. Plan. Hit. Twice. Lift. Pig. Dip. Milk. Trim. Fade. Pace. Dug. Bike. Cab. Shift. Drove. Stem. Итак, друзья мои, отлично. Вот такая тренировка. Всегда вы можете вернуться к этим урокам, к этому плейлисту, все освежить, повторить, еще лучше потренироваться, довести не просто до автоматизма, до полного автоматизма, друзья мои, отлично. Мы с вами двигаемся далее в рамках нашего плейлиста. Thank you.